Дети читают стихи. Сердюкова Софья, 7 лет, город Курск. Лосенок, Валентина Звягина. Застрелил недобрый человек мать лосиху возле водопоя. И остался спрятанный в траве маленький лосенок с сиротой. Ходят, бродят волки по кустам, ищут волки серой добычу. А лосенок на копытце встал и глядит в кусты, и маму кличет. Ястреб меряет крылами ввысь, озирая землю хищным взглядом. Притаись, лосенок, притаись, спрячься, глупый, смерть гуляет рядом. Но лосенок призывает мать голоском тревожным и упрямым. Ничего малыш не хочет знать, он озяб, ему подать и маму. Встрепенулся, ожил волк старик и к лосенку затрусил тропою. Да на счастье в этот самый миг ребятишки в лес вошли гурьбой. Отыскали в чаще малыша и домой забрать его решили. На крылечке школьном не спеша молоком коровью напоили. Стал лосенок жить да поживать, с каждым часом становясь все краше. Стал своей матерью считать ласковую девочку Наташу. Он ходил за нею по пятам, топая проворными ногами, прижимался к тоненьким рукам, замшевыми теплыми губами. Рос малыш, Наташа для него ни забот, ни ласки не жалела. То почистит щеткой его, то тайком покормит булкой белой. Дважды осень яблони трясла, обрывая лист рукой сырой. Девочка Наташа подросла, стал лосенок с добрым коровом. Он один гуляет у двора, ходит пить один к водопроводу. И решили дети, что пора отпустить лосенка на свободу. Повели лосенка в лес, когда на закат заторопилось солнце. Плакала Наташа, навсегда расставаясь со своим пленом.